Его имя стало одним из самых известных в лиге ACA. Он одержал 5 побед в лиге и в крайнем противостоянии победил экс-чемпиона Мурада Абдуллаева, тем самым став безоговорочным претендентом на титул. Какие-то вопросы, знаешь, возникают, почему мне дали титульный бой. Я один бой всего лишь проиграл в лиге, и то решением, и я провел уже достаточно времени, там, и бился стопами постоянно, и никогда не отказывался ни от кого. И у кого-то еще возникают вопросы, почему я дерусь за титул, я думаю, это глупо. Но на этот раз его протестирует сам чемпион. Конечно, он заслуживает, так как он проводит очень хорошие бои, выиграл хороших бойцов. Я думаю, он достойный претендент. Это, можно сказать, первый такой большой бой для меня. И я готов к нему буду. И ментально, и физически. Мне, наоборот, нравится его самоуверенность. Но я ему сказал, что после того, как я его побью, я ему дам пояс чуть. Он очень такой, не любит, то есть завышать темп, он любит работать в своей комфортной манере, а мы должны создать ему чихаус там следующий. Он говорит, что меня выиграет, да, пояс заберет, но это же, как он же имеет право это сказать. Это же хорошо, если он уверен в себе, это наоборот хорошо жить. Но пояс он не заберет у меня, я не собираюсь никому пояс отдать. Я думаю, это будет нокаут, и ну в раунды я не могу точно сказать, но будет нокаут. Виталий, ну давай попробуем, только сам не сдохни в третьем-четвертом раунде. Абубакар не проигрывал с 2018 года и реваншировал все 3 поражения, которые у него были в карьере. Безусловно, это самый тяжелый экзамен для Слепенко. Но тем интереснее этот бой будет для зрителей. Уверенный и хладнокровный Абубакар Вагаев против яркого и техничного Виталия Слепенко. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе.